Всем привет! Сегодня 15 декабря, и мы с Олей решили начать украшать наш дом на улице. Вот для этого у нас есть подсветочка, куплены вот такие украшения, красивая звезда, такие колпаки новогодние, на забор будем делать снежинка. Есть, я купил 8 метров вот такую вот LED-подсветку, красивую, типа дождика. Будем вешать спереди, посмотрим, что из этого получится. И еще у Оли есть вот такая вот красивая штука сделана. Это сделала уже Оля сама. Сейчас вынесем на улицу и покажем. Это специально Оля сделала для фотосессии, чтобы сюда можно было подходить и делать новогодние фотографии. И здесь еще она повесит 2021 год, чтобы обозначить будущий год. Вот эту раму она взяла с нашей кресла-качалка на улице. От нее. И на ней вот это все дело соорудило. Короче, Оля у нас дизайнер. И тут еще теща привезла всякие разные старые елочки из прошлого. Их тоже будем использовать. Сейчас Оля одевается, и мы с ней пойдем попытаемся это все дело закрепить как-то на дом. Все, мы вышли на улицу. Вот наше добро. Задача у нас какая? Вот сюда вот хочу повесить. Здесь побольше, чем 8 метров по ходу дела. Есть еще вот такая штука, которую вот Оля сделала. То ли ее на улицу ставить, то ли ее на забор как-то крепить, то ли ее вот здесь просто оставить для фотографии чисто. Да, здесь Оля будет делать фотосессию. Еще такой на палочке, там, 2021 год, можно будет взять. Здесь будут стоять санки, и на санках большие подарки, коробки такие. А, ну вот. Для фотосета Оля будет местечко. Рядом будет стоять еще елочка. Все, начали, в общем, вешать 8 метров. В принципе, у нас почти весь перед этот закрывается. Чуть-чуть не хватает, мы решили это все дело посерединке. Хорошо, что у нас осталась лестница временно сколоченная, которая на постоянном теперь. Вот. Но ступеньки слишком Осторожно. Высокие. А вешать мы будем. У нас здесь вот эти трубы, которые идут, водоотвод. Я думал, какие крючки применить, как это все дело. Блин, больше я про это думал, чем в действительности нужно делать. Просто вот за них вот так вот цепляю и все. Если что, ребята, мужикам лайфхак. И лайфхак еще в том, что поменьше про это думаете. Я неделю думал, как это все дело повесить, меня только эта мысль уже бесила. А тут в итоге, оказывается, просто надо начать делать, и там оно само. Все. И вот так вот за каждую штучку вот так зацеплю, ничего сверлить не нужно. Я все думал, как тут прикрутить, а тут, оказывается, просто цепляешь за эти штуки и все. Не надо ничего сверлить, делать. Аккуратней.
Давай я тебе помогу. Все? Все, повесили. В принципе, было не так сложно. Единственное, пальцы замерзают даже в перчатках. Потому что на улице, блин, жесть, как холодно. Все, сейчас я зайду, попробую это все дело включить. А проводку я просто завел, там в гараж у нас есть розетка. И там можно будет из дома все включать. Все, пойду я включать, а вы смотрите. Как красиво, блин, такая красота сразу стала. Обалдеть. Чё? Так красиво, смотри. Круто. Классно. Ну вот на видео так не видно. Он зашел там домой вроде. А, не видно, а то издалека бы сказал, прикольно или нет. Ну-ка. Да. Пошли-ка с улицы посмотрим. Как будет смотреться. В принципе, неплохо, да? Нормально. А, они еще переключаются, видишь? Mm-hmm. Там вон Эдвина комната. Он сейчас там будет тоже украшать. А ночью, когда света уже не будет, я думаю, что там вообще будет круто. Ну, в этом году, короче, что-то типа того. А так вообще, может быть, еще дополнить, да, вон там? Mm-hmm. Да, доделать. Короче, на следующий год только я это сделаю заранее летом. Потому что сейчас лазить по крыше там очень опасно, и вон туда наверх добраться невозможно. А так вот окантовку дома везде можно такими сделать, к зиме подготовить, провода протянуть, все грамотно. А потом одну кнопку включаешь, весь дом горит. Ну вот в этом году пока что что-то типа такого. В принципе, получилось неплохо. Оля рада, самое главное это. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А у нас там же свет еще есть. Включи наш свет. Здесь на входе и там, Оль. Пройди там в гараже, включи. В гараже. У нас так-то подсветочка еще есть. Тоже неплохо это все дело светится. Тут еще одна подсветка есть. Сейчас, если Оля там вспомнит. Оль, нет, не там. Она там вообще никогда не включала, не знает. А вот, все, все, вот это. Че, Гор, нормально? Вот у нас здесь есть свет. И, в принципе, это уже дом подсвечивает. В принципе, неплохо так. Вот. Нормуль. Не, мне кажется, где гараж, лишняя лампочка. Где гараж? Да, вот это основной, где вход. Нормально. Ну и так хорошо. Вон там у соседей тоже так же светится. Оля здесь в комнате сына делает красоту, потому что у нас это окно смотрит на переднюю часть дома. И в этом окне Оля делает вот этого чувачка, ждуна. Его оттуда видно с улицы. Новогодняя, короче, обстановочка. Все нормально же, да? Да. Еще елку сделала. И еще подсветочки есть, да? Ну, в принципе, у Эдвина тут подсветка своя есть. Вот так. Нет, я хочу его тут все-таки.
посмотрите. Тут своя дискотека присутствует. Я ему звездочки хочу. А где звездочки? Так, тут можно какой-нибудь свет включить, чтобы постоянно горел. Вот так. И будет круто. Вот такие звездочки еще купили. 138 светодиодов, 8 режимов мигания. Занавес. Давай включим вообще, посмотрим, как это работает. Что это за подсветочка такая вообще? О, прикольно. Это Оля хочет на окно сделать. Короче, получится. Круто, да? Прикольно. Ну все, разматывай. Просто понять, как это дело еще повесить, да? Нужно выключить, чтобы не Но она достаточно длинная, да, вот это? Угу. Тут даже многовато будет. Или просто как раз все окно занавесится. Да, тут окно. В общем, сейчас мы это дело попробуем повесить и покажем, что у нас получилось. Вот, смотрите, Оля что тут понаделала. Красотища-то какое! Лепота-то какая! Вот такую красоту Оля наводит. Подвязали звезды. Только вот эта звезда, Оля, у тебя в бок осталась. Я, наверное, чуть вот сюда. Наоборот, вот так оставь. Вот это вот. Да, маленькую подтяни, а эту оставь. И все. Ты героически весь. Все решил. Да? Вот это почему-то низа. А, так конечно там неправильно. Вот это вот. Вот так вот хочется. С подсветочкой. Ровно нет звезд. Да. На уровне? Угу. Ты самая ровная на планете Земля. Вот это не ровно. Вот все ровно, четко, по-пацански. Значит, ничего не ровно. Да, ну все прям должно быть. Миллиметражи, что ли, это? Это же звезды, Новый год. Безбашенность. Ждун там прям это. Новый год. Да, смотрите, такой. Классненько в окно смотрит. Одним глазом, вторым глазом на Олю поглядывает. Говорит, ой, хозяюшка, спасибище тебе за такую подсветочку, за звезды, за жизнь в таком доме. Себе, что ли, говоришь? Короче, прикольно. С улицы, я думаю, что если смотреть в дом, то будет смотреться очень круто. Ну все, отойди, Оль, покажем, что получилось. Ой. Вот примерно такая штука. Классно. Ну,
Здесь, короче, ждун сидит. Здесь елочка. Тут вот такой вот чувак. Все они смотрят вон туда в окно. Там в окне у нас как раз будет проходить соседи. У наших соседей тоже такая штука. А вон они поставили подсветочку, прикольно. Проектор. Видишь, проектор поставили. Там это все дело светится. В общем, все украшают как могут. И это очень-очень круто.